Это лайф, и мы продолжаем. Крупный пожар в Петербурге. Там загорелся ангар Кировского завода. Поднялся высокий столб огня и пепла. На месте работают пожарные. Возгоранию присвоили второй ранг по сложности. Это значит, что горит большая площадь. Сведения о пострадавших нет. Сейчас к заводу выехала и наша съемочная группа. В ближайшее время мы ожидаем прямое включение с места событий.